Всем привет! Я к вам сегодня выхожу с жалобой. На мой участок опять пришел крот. Пришел он из соседнего участка. Оттуда. Кучу, прям мою лагинарию подрыл. Ну, плод сам. Он-то целый, но он сюда выгорнул землю. Пришел он вот оттуда. И вот свежие еще утром была сырая земля. Вырыл кучки. Ну, идет он, конечно же, к бурячкам. Бурячки. И там морковка. Он чувствует, я думаю, где его съедобные растет. Как я его буду ловить? Я одного уже поймал. Но того крота я тут был на участке. Я его вылил водой. Разрыл, заливал водой, и он вылез. Сейчас я попробую способ, которым я на другом огороде поймал, это вот такими вот крючочками. Это крючки на сома, тройнички на проволоке, привязанные к арматуре. И ловить его очень просто. Вот смотрите, последние кучи, значит, он сейчас активно пользуется вот этим ходом. Надо найти, где его ход. Вот здесь он землю выгорнул, и там земля. И вот он так примерно шел. Просто берем шампур и протыкаем землю. И таким способом мы найдем, где его ход. Должны найти. Вот. Я уже нашел. Тут ход. Можно здесь разрыть и засунуть крючки. Ну, тут еще посмотрим. Вот его ход. Вот. Прямо здесь. Здесь шампур. Легко идет в землю, проваливается. То есть мы шампуром чувствуем, где ход крота. Поэтому сейчас я разрою. Не буду показывать процесс, я один снимаю. Я разрою ход и покажу вам, как заправить крючки в нору. Ну а найти ход очень просто. Если на вашем участке крот, можно поставить крючочки. Просто берете, еще раз смотрю, шампур и вот так ищите. Вы почувствуете. Смотрим дальше, как его ловить. Ну что, друзья, я немного в другом месте нашел его ход, где более удобный, потому что там, где только что показывал, начал копать, и там его ход глубоко. А вот тут у меня кукурузи. Вот, если по шомпу, то смотрите, на глубине, в принципе, шомпура его ход. Вот, если его воткнуть, вот так. Теперь смотрите, как мы делаем дальше. Разрыл нору, лопатой я раскопал. Есть ход в эту сторону и ход в эту сторону. Пришел он оттуда, соседского участка. Туда пошел мой участок. И теперь я беру крючочки на проволоке. Проволока — это двойка. Надо двоечку, потому что полторушка будет мало. Она гнется, и он проходит. И просто комары кусают. Вечер. Проволоку, смотрите, запихиваю внутрь с крючками. Туда. Как можно глубже. Ну, у меня где-то около 80 сантиметров длина проволоки. И я туда запихнул. И в эту сторону я запихиваю, смотрите. Запихиваю одну проволоку с крючками. По два крючка. Ну, сейчас я запхаю полностью все. Смотрите, в эту сторону и в эту. Два крючка туда и два туда. Дырку оставляем открытой. Я ее не засыпаю, чтобы здесь заходил воздух. Крот боится сквозняка, и он обязательно будет идти по своему ходу, чтобы закрыть эту дырку. Поэтому он будет ее зарывать. И когда он будет идти, он должен зацепиться за крючок. И так мы его поймаем. Ну, сейчас я видео опубликую до того, как мы поставили крючки. И если получится его поймать, в следующем видео я покажу, как его поймал. Поэтому смотрите на моем канале обязательно продолжение этого ролика. Я покажу, поймал я его или нет. И я еще сделаю отдельное видео, как я поставил крючки, отдельное видео сделаю, как полностью
как я ставлю крючки и как я его поймал. То есть подпишитесь на канал, оставайтесь со мной, увидите, как получилось или не получилось поймать крота. Думаю, какое-то решение найдем. Кто пробует, тот всегда находит, у того всегда получается. Ну, я вот таким способом одного крота уже поймал. Сейчас буду ловить второго. И напомню, что еще одного крота мне удалось вылить водой. Всем пока. Поставьте лайк. Пользуйтесь таким лайфхаком, шомпуром и такими крючочками ловите крота.